Друзья, не имеет значения, за бойкот вы или пойдете голосовать против поправок в Конституцию, коммунисты призывают к борьбе и принять активное участие в мирной акции протеста. 1 июля придите к администрации Приморского края, возьмите с собой Конституцию и свечку. Зажгите свечку и оставьте ее вместе с Конституцией у входа в администрацию Приморского края. И пусть власть увидит, что мы против путинских олигархов и поправок в Конституцию. И нас таких много.